Правоохранители Южной Осетии раскрыли более половины преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего за отчетный период выявлено 19 преступлений, сообщил министр внутренних дел Игорь Наниев, подводя итоги оперативно-служебной деятельности Управления по контролю за оборотом наркотиков. Министр подчеркнул, благодаря оперативной работе Управления по контролю за оборотом наркотиков в Южной Осетии нет таких тяжелых наркотиков, как морфин и метадон. За отчетный период деятельность правоохранителей была направлена на активизацию борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. К административной ответственности за незаконное культивирование за 9 месяцев было привлечено 10 человек. Кроме того, двое из этих граждан понесли уголовное наказание за хранение наркотического вещества растительного происхождения марихуаны. Также в ходе проведенных рейдовых мероприятий в Цинвальском районе и в Лениногорском районе в общей сложности было уничтожено 1500 кустов дикорастущей конопли. Сотрудники управления проводили профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Повышенное внимание уделялось и борьбе против распространителей жевательного и сосательного табака. Так, за нарушение закона о запрете ввоза, приобретения, хранения, сбыта и употребления табака снюс и нацвай, а также некурительных смесей к административной ответственности привлечено 12 человек. Максимальное наказание за нарушение данного преступления предусмотрено в отношении одного гражданина, это административный арест на 2 месяца, штраф 30 тысяч рублей и штраф 30 тысяч рублей, у которого изъяли 353 пакетиков этого препарата СНУС. Также следственным управлением были возбуждены уголовные дела в отношении тех граждан, которые завозили на территорию Республики Южная Осетия такие препараты, как лирика, и они также были привлечены к уголовной ответственности. Министр заверил, правоохранители и дальше будут прилагать все усилия, чтобы свести к минимуму употребление, незаконное культивирование и сбыт наркотических средств на территории Южной Осетии. Марьяна Чочева, Регина Чертукова, Арсен Гасьев. Информационный выпуск сегодня.